Митчелл, мы можем зацепить крюк вот тут, наверху. Над нами еще одно место для крюка. Грейт, который. Круто. Двигайся, двигайся! Двигайся. Контакт! В укрытие! Я вижу движение. Хрен нет, что ли? Ну, вообще никаких боеприпасов нет. Осторожно, контейнеры! Иди сюда, контейнеры, чуваки, чуваки, да. Боеприпасы где пополнить? Я бы на мини-карте покажу, если была мини-карта. Но нет мини-карты. Ну ладно, тут, в принципе, и она не нужна, я думаю. Осторожно! Патрончики. Ты почти на месте! Цепляй крюк и лезь на башню! Вперед, вперед! Придется воспользоваться магнитными захватами. С удовольствием. Так, секунду. Продолжаем. Так. На час. Оскол. Да что у вас всех, а? Что ж такие гранаты-то низко долет... Мало долет... Как сказать? В общем, недалекие гранаты. Недалеко улетают. Кто палит? Никого даже не вижу толком. Тут патроны, да? Да кто тут... А. Идем. Идите к крану и пройдите по нему. Круто. Осторожно! Но я думаю, мы не дойдем. Смотрите, как далеко. Давай! Хотя что-то как-то быстро. А, он крутится. Не останавливаться. Прыгай, Митчелл! Это все этим все объясняет. Офигеть. Да, я же говорил, что это эти. Мы вас отсюда вытащим. Митька! Что такое, босс? Назад! Если ты врешь про Айронса, я сам тебя достану. Я права. Атус один, доложите. Крыша чиста, ни следа. Ладно, ходим. Пошли. Чё-то не можешь пристрелить Айронса, я не знаю. Нет Айронса, нет проблем. Так, ноль? Почему? Вашего. А чё надо было сделать тогда? Очки улучшения. Ну, чё-то как-то не очень я понимаю, в чём фишка. Вообще этим улучшением, что надо делать конкретно, то есть там, не знаю, гранаты замочить или еще что-нибудь. У тебя есть вопросы? Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени, наблюдали, ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя — Страж. Наша миссия — расследовать атаки КВА и сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо.
Последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митч. Ты с нами? Страж. Щит, игра, кошка. Эх. Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это... важно. Мы справимся. А там написано было, что место не разглашается. Страж, да. Только там было написано. Одинокому волку дали зеленый свет. А здесь интересно было? Как Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Проникнем. Будем работать в стелсе. Ну, наверное, Докс, я не знаю. Как точно. Дела? Почти хакнул систему управления дронами. Пошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингпин, мы у входной двери. Понял, можете начинать. Готовь крюки. Кингпин, вижу... Да и невидимый костюм, а? Понял, вы у нас на радаре. Офигеть. Так все просто. Особняк Айронс. У них. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона за мной. Пошли. Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Нажмите ПКМ. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Эй, да-да, ты иди сюда. Как ты в обход? А туда сразу нельзя? Или он туда куда-нибудь? А, можно. Офигеть, тут походу стекло. Секторе чисто. Там внизу слишком шумно. Держись в тени.
Держусь в тени. Ё-моё. Меня кто-то засёк. Походу дрон. Дрон, прячься. Не атаковать. Митчелл, готов к микрофоне. Микро... Эмми. Не буду тратить. Какую крышу, блин? Я надеюсь, они меня в кустиках как-то не замечают. Блин, а как туда пройти-то? Офигеть. Подсвечиваюсь, как на ладони, мне кажется. Так, ну чё, давай, куда идти-то? Надо подумать. Блин, не хочу опять просирать игру, блин. Давайте сейчас дрон повернется, и мы... Ё-моё, там еще один. Блин, только бы меня не заметили. Будет не очень приятно. Так. Я не очень хороший путь выбрал, надо было с той стороны, наверное, да? Блин, ну может что делать-то? Давайте думать, куда я? Пройти. Давайте попробуем, что ли. Не, давайте... Блин, не знаю, еще надо подумать. Ладно, давайте туда. Да куда ж ты... Так, давай, значит... Туда лучше куда-нибудь. Попробуем вон то стеклянное здание. Так, только для начала. Сейчас они развернутся еще раз, дрончики-то эти. И мы пойдем. Чё? Где я не вижу? Чё ты мне предлагаешь? Есть только крюком. Все чисто. Отзовите дрон. Все, мне хана. Да. А почему там написано было убить крюком? Я нажал, а он почему-то полетел. Залажался.